Очередное повышение стоимости проезда в тверских маршрутках под номерами 2 и 24. Одна поездка теперь обойдется в 27 рублей. Подобное решение перевозчик пояснил тем, что содержание транспорта и обновление автопарка подорожало, и принятая мера необходима. Право на увеличение стоимости проезда коммерческим перевозчикам дает федеральный закон номер 220, по которому перевозчики вправе самостоятельно определять стоимость проезда при обслуживании маршрутов, работающих по нерегулируемым тарифам.